Шановні друзі, радий всіх привітати від імені Київського політехнічного інституту, факультету соціології і права, кафедри соціології, яку маю честь представляти. Всіх вас в цій величній залі вченої ради нашого університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. І маю величезну приємність і честь представити нашого гостя, який, власне, не потребує ніяких представлень, є надзвичайно відомим політологом, публічним інтелектуалом з світовою відомістю, світовим впливом. Це Іван Крастєв. Посади, позиції, афіліації Івана численні, тому назву тільки головні. Він є головою Центру ліберальних стратегій в місті Софія, Болгарія. Він є членом правління Інституту гуманітарних наук у Відні, провідний think tank, який збирає дослідників з Заходу і Сходу для аналізу як глобальних проблем людського соціуму, так і конкретних проблем східноєвропейських пострадянських суспільств. Іван є постійним дописувачем New York Times. Він є автором цілої низки книжок, які присвячено проблемам демократичних режимів і політичних трансформацій останніх років. І сьогодні Іван виголосить лекцію на тему «Імітаційні ігри». Мова буде російська на прохання великої кількості учасників цього заходу. Ну, у випадку потреби перекладу якихось термінів з англійською і російською мовою я буду долучатися. Ще раз дякую за те, що прийшли, і бажаю всім нам гарної, цікавої лекції. Іван, прошу. Спасибо большое за то, что вы здесь. Честно говоря, я даже не верю, что вижу в субботу в Софии. Это просто абсолютно невозможно. Я думаю, что армии не использовали, чтобы людей здесь привезти. Второе, это будет первая лекция, которую в своей жизни я буду читать по-русски. Я не буду читать, а буду говорить. Я болгар. У нас проблема такая, что мы все понимаем, но у нас есть ощущение, что когда мы говорим плохо по-болгарски, это то, что мы говорим по-русски. А это не всегда так. Так что я на самом деле прошу, чтобы вы были милостивы к уровню моего русского языка, но решили, что все-таки это будет лучше, чем через переводчика. Я хочу обсудить, на 30 минут представить для вас аргумент, который там идет в книжку, над которой я работаю, и после этого, наверное, чтобы у нас 15-20 минут все это обсудить. А вопрос, который меня волнует, такой-то довольно простой вопрос. Почему получается так, что 25 лет после большой перемен в 1989 году много людей на Западе начали как-то бояться и ненавидеть тот самый мир, который они создали? Я имею в виду мир, в котором есть свободная торговля, свободное передвижение людей, свободное передвижение идей. Откуда это идет? С одной стороны, конечно, все можно объяснить какого-то конспирологического характера, и это довольно популярно. Те из вас, которые любят конспиративное видение мира, я хочу зарекомендовать прекрасное маленькое новелла Пелевина, которая называется «Операция Burning Bush». В этом рассказе есть какой-то учитель, русский учитель английского языка. Его особенность в том, что у него абсолютно прекрасный голос, у него голос как у Левитана. И когда-то там его завербовали, чтобы работать на разведку, а его работа была в тот. Какой-то зубной врач успел поставить в зубы Джорджа Буша маленький предаватель. И этот учитель с прекрасным голосом, он говорил Буша, у Буша было ощущение, что с ним говорит Бог. И вот этот учитель говорил, а вам надо теперь напасть на Ираку. А Буш говорил, я это, конечно, сделаю, но знаете, и мне как-то больно для русских, потому что мы в 80-х там сделали нехорошую вещь, мы создали ощущение у Горбачева, что он говорит с Лениным, когда он говорил с нами. А почему я это рассказываю? Потому что все то, что происходит в мире, можно объяснить через таких-то
гротескных ситуаций, которые все является результат какого-то заговора. А с другой стороны, наверное, можно посмотреть на это большая перемена на уровне того, чтобы понять по-другому то, что происходило на последние 25 лет. А то, что происходит, оказывается, что тот, что ты вчера воспринимал как твое, как твой успех, теперь начинается восприниматься как твоя проблема. Давайте дам вам один пример. На последние 20 лет все рассказывали, что проблема глобализации, абсолютно глобальное распространение английского языка – это одно из самых больших преимуществ Соединенных Штатов Америки. И это, конечно, верно. Все мы смотрим американские фильмы, все смотрим, слушаем американскую музыку. Людей теперь вообще начинают говорить по-английски, даже когда никогда это не учили. Но с другой стороны, это тоже такая-то оборотная, темная сторона. Я дам вам три примера. В результате того, что все говорят по-английски, американцы перестали учить иностранных языков. Что не было ситуации, скажем, во время холодной войны. В холодной войне были очень сильные, деньги были инвестированы на то, что в общем там учились, конечно, русский язык, но тоже довольно другие языки. Второе, когда все говорят английский язык, когда ты приходишь в какое-то место, ты начинаешь разговаривать только с теми, которые говорят по-английски. Но это не всегда представление, то, что происходит, те, которые говорят по-английски, отражает представление всеобщества. И у тебя появляется такая-то особая иллюзия понимания, когда понимания нет. Ответьте, потому что в результате того, что все говорят по-английски, все начали понимать, как работает американская политика в то время, когда американцы не всегда, скажем, понимают, как работает болгарская или украинская или пакистанская политика. Представьте, скажем, когда, вы помните, когда WikiLeaks публиковали все эти шифрограммы, которые шли из американских посольств, разных посольств США в мире, все мы комментировали, потому что это было по-английски. Представьте, что это тоже они сделали с то, что происходит посольство Китая в мире. Комментировали мы не так уж, кто из нас говорит по-китайски. А в результате тот, что теперь, скажем, даже 3-4 года назад воспринималось как абсолютный успех и преимущество в глобальной конкуренции, теперь очень много людей стали воспринимать как уязвимость. И тогда в результате этого я хотел тогда задать себе вопрос, давайте представим, как мы представляли мир 25 лет тому назад, и что мы как-то не видели. В результате этого всегда, когда есть криза, людей не только читают, но перечитывают. Я думаю, что с этой точки зрения, конечно, у вас очень хорошее время, когда учиться, потому что было время, когда людей просто читали только новые книги, которые появлялись. Между прочим, может быть, вы не знаете, но в экономических наук 90% из всех цитатов основаны на публикации, которые появились на последние 3 года. Потому что людей все время идут за самые новые данные, самые новые теории. В результате это перспектива, чтобы посмотреть с перспективы, скажем, 25 даже тому назад, как-то исчезло. А теперь это важно. Я начну с тебя, чтобы припомнить. Были две очень важные книги, которые появились в начале 90-х, которые все обсуждали. Первое – это был «Конец истории» Фукуяма. Это интересная статья, даже намного интереснее, чем книга. Статья появилась в 1989 году. Это довольно важно, потому что в 1989 году это был конец коммунизма, но очень немного людей верили, что это конец Советского Союза. С этой точки зрения, то, что Фукуяма писал, это был не мир без Советского Союза. Но у него была такая-то простая интуиция. И, сам Фукуяма, история людей довольно интересна. Я думаю, что всегда довольно интересует, вам интересно, откуда идет тот человек, который пишет, какой опыт для него, который он рассказывает. Конечно, тот, что я родился там, жил в Болгарии большую часть моей жизни, очень сильно влияет на того, как видишь мир. Фукуяма – американский японец. И это довольно интересно, потому что если есть нация, которая всегда говорила, что имитировать не проблема, что копия может сильнее оригинала, это Япония. Они довольно сильно это сделали. Второе, он был, конечно,
политический философ, он закончил Чикагского университета, учился у Штрауса, но в это время он работал в государственный департамент США, и было такое-то ощущение, что есть такая-то простая история, все идет как-то по Гегелю. Конец истории не значит там, что не будет разные режимы или что не будет конфликта, но только он говорил, нет уже никакой универсальной альтернативы либеральной демократии. То, что мы видим, увидим все страны, которые будут имитировать Запада. У некоторых это получится, а другие не получится, но это будет универсальная модель, которую все будут имитировать. В тот самом мире, когда все, которые ходят, скажем, хотят делать теперь мобильных телефонов, имитируют самые успешные технологии. Появилась тоже книга Хантингтона, она появилась, The Clash of Civilizations, она появилась позже, она появилась тоже в очень специфической ситуации. Когда Хантингтон писал свою статью, для него самый главный вопрос был, надо ли Соединенных Штатов Америки использовать военную силу в Боснии. И поэтому появилась проблема цивилизации, как ответ на вопрос, куда надо вмешаться и куда не надо вмешаться. Вообще теория Хантингтона была, что надо вмешаться только в свое собственное цивилизационное поле. Но была третья книга, которую, я думаю, что никто из вас не читал, а я сильно советую это сделать. Интересная книга, очень интересного такого-то странного американского профессора из Беркли, Кен Джауэт. Когда я сказал, что опыт очень важная вещь, давайте расскажу вам 3 или 4 вещи Джауэта. Кен Джауэт идет из очень бедного ирландского католического семьи в Соединенных Штатах. Но когда говорю бедная, на самом деле это... Он попал в Колумбийском университете, это было такое совсем... Тогда все интересовались модернизационной теорией, но Джауэт видел модернизацию не с точки зрения центра, а с точки зрения периферии. Он поехал жить на один год в конце 60-х в Румынии, после этого был в Африке, и он говорил, когда там ты идешь и видишь, как все эти модели начали применяться, ты понимаешь, что все это фейк. И это был для него самый главный опыт. И в 92-м он написал книжку, которая называлась «Новый мировой беспорядок». А книжка на самом деле интересная, потому что Джауэт, я дам только 2 аргумента, которые меня интересуют на эту лекцию, но я думаю, что вам это будет довольно интересно прочесть. Он говорил, знаете, где иллюзия в 89-м году? Иллюзия в 89-м году в том, что мы думаем, что теперь перемена мира значит, что будет меняться только не западный мир. А он говорит, это будет по-другому. Сперва будет меняться не западный мир, а после этого тот самый не западный мир будет менять Запада. И второе, он говорил, конечно, Фукуяма прав, что не будет такая-то универсалистская альтернатива, какой был коммунизм, но будет движение гнева. И тогда он начал описывать это движение гнева, если ты теперь читаешь, это как описывать, скажем, исламское государство. Почему я вам это рассказываю? Потому что то, что меня заинтересовало, и то, на чем я теперь работаю, связано с том понять, история имитации. Если у Фукуяма было на самом деле интересное представление о том, что мир будет имитировать Запад как экономика, как политика, я попробовал показать 3 разные вида имитации и попробовать понять, почему они все 3 создали своего какого-то уровня на resentment, сопротивление проекта и образа мира, который появился в 89-м. Первая – это имитация как трансформация, и это довольно сильно видно в Восточной Европе. Знаете, мы просто на самом деле брали западных институтов и не просто их имитировали, просто мы их, это была новая институциональная реальность. Когда ты бываешь член Европейского Союза, значит, и надо менять все законодательство на то, что было принято Европейского Союза, там совсем другие институты, другие подходы. Результаты в некоторых странах, как Польша, были очень позитивные.
Но самая главная проблема, которую теперь вы видите в Восточной Европе, когда даже страны как Польша, страны как Чехия, которые очень успешно развивались, появились такие-то популистские движения, появилось какое-то более критическое отношение к Европейскому Союзу. Чтобы понять этого, я хочу дать вам очень простой пример. Я думаю, что, наверное, все вы читали какие-то исследования о разных поколениях мигрантов. Первое поколение, и, наверное, даже, у некоторых из вас свой опыт, там, людей, которые вы знаете, первое поколение идет в другую сторону, в сторону, в которой они всегда хотели жить, и все им нравится. И они все время хотят быть как-то более европейцами, чем европейцами. И для них проблема успеха – это то, чтобы тебя не различали. А второе поколение идет наоборот. В каком-то смысле оно намного более европеизировано, чем первое поколение. Но они начали замечать там, что у них нехорошо, что им не нравится. Они начали очень сильно думать о том, что потеряли. Я думаю, что поколение новых правительств, популистских правительств Восточной Европы, самое легко понять, думая о них, как второе поколение мигрантов. У них то же самое психологическое представление о том самом мире, в котором они живут. Вторая форма имитации – это имитация не как трансформация, а имитация как сохранение существующего политического статус-кво, скажем. Если первое, ты там идешь на выборы, там что-то менять. Второе, есть довольно много политических режимов в мире, в которые ввели выборах на то, ну, чтобы менять власть, чтобы ее не менять. Я дам пример России, потому что хорошо знаю, но с другой стороны, это абсолютно не российский феномен, это не связано директно с Россией. Проблема в том, что очень много людей говорят, в общем, выборы не имеют никакого отношения для понимания России после после 1991 года. Это неверно. Честно говоря, выборы не были важны для понимания советской реальности, потому что она была намного регулирована через конгрессы в партии. И вообще выборы никто из ваших родителей не помнит, как он голосовал. Это не было важное событие. Это абсолютно неверно, когда идет о новой российской политике. На самом деле выборы очень важные. Вся легитимность власти идет из них. Проблема в том, чтобы понять сущность, мистерия выборов российские вот такая. Я думаю, что, наверное, вы сами свой вопрос такой задавали. Почему, скажем, в 2004 году президенту Путину было нужно манипулировать выборы, если он бы выиграл их, если они были свободные? Это проблема российская выборная система. Почему ты манипулируешь выборы, в которые ты можно выиграть? И второе, почему манипулируешь их так, чтобы все знали, что ты их манипулируешь? Это непростой вопрос, потому что я думаю, что ответ на этот вопрос покажет как-то что-то, как работает политическая система. Я хочу сказать, что выборы очень важны для понимания российской системы, но это уже другая логика, не та логика, которая идет через демократическую систему, это совсем другая логика. Почему выборы президента очень важны? С первой, потому что самая главная функция выборов – показать, что нет альтернативы. Ты идешь, и просто у тебя есть ощущение, что просто другого нет. В результате этого, наверное, вы заметили, что одни и те же люди там, в общем, выступают на выборах. Ты все, там, Зюганов идет, Жириновский идет. Просто проблема в том, что нет альтернативы – это одну вещь сказать, а совсем другую – показать. И с этой точки зрения президентский выбор очень важный. Вторая очень важная. Знаете, мы живем в очень сильное консумативное общество, которое людей все время хотят какая-то перемена. Даже если там очень хороший телевизор у вас, а после 3 или 4 лет вы говорите, ну все-таки надо что-то новое брать. Выборы позволяют, чтобы и старое показать как новое. Ты, в общем, меняешь, может быть, не телевизор, но ты меняешь те слова, в которые там... Он одет, ты рассказываешь другую историю. И это довольно важно, потому что особенно для молодых людей просто проблема авторитарных режимов не так, что людей боятся, а что как-то устают из них, как-то скучно стало. А скука – очень важная проблема в политике. Потому что когда людей становится скучно, они могут себя как-то забавлять на улицах.
И в результате этого это довольно важное. Третье. Важные функции выборов в этой системе, которые не связаны с тем, чтобы и выбрать, а чтобы и сохранить, связаны с тем, что когда у тебя такая система вертикальная, ты никогда не знаешь, что работает и что не работает. Одна из хороших стран демократии, там из нехороших стран, но есть очень хороших, что ты просто понимаешь, что работает или нет, потому что на день выборов ты понимаешь, какая поддержка там, эта обратная информация идет. Что самое главное, на президентских выборах России они не выбирают президент. Мы знаем, кто будет президент до выборов, но некоторые губернаторов могут потерять свои места, если они не успеют показать, что они контролируют ситуацию в своем регионе. Если посмотреть, скажем, на результаты в 2008-2012 году, те губернаторы, у которых были слабые результаты, они потеряли свои позиции. В результате этого очень довольно интересный контроль системы. Это как на военных маневрах. Ты просто делаешь это, чтобы понять, что работает и что не работает. Четвертая очень важная функция неконкурентных манипулированных выборов – это то, что в ночь выборов, и не забывайте, как, наверное, то же самое на Украине, то же самое в России, проблема распада – очень сильная проблема, потому что все это поколение, которое управляет, самое главное, что случилось в их жизни, это был распад Советского Союза. И потому что все-таки Россия довольно большая страна, разная, там есть разные регионы, и ты не знаешь, там сохранить или не сохранить, и тогда появляется ночь выборов. И на ночь выборов ты видишь, что 99% из Чечни голосует на президент. И тот страх распада как-то уже нет, все подконтрольно. Все идет. Это довольно сильное психологическое, потому что я думаю, страх распада очень важная фигура. Я хочу закончить этот пример, рассказывать самое главное. Западные политологи всегда говорили, что в России выборы – это имитация выборов, они хотят показать Западу, что они имитируют демократию. Даже если было верно в 90-х, теперь никто не говорит о России как о демократии, если эти коллеги были правы, Россия перестала бы это делать. Почему имитировать что-то, если кто тебя не верит? А я думаю, что самое главное, манипулированные выборы – это не имитация демократии, это имитация сильное авторитарное государство. Ты показываешь, что все под контролем. И знаете, намного легче имитировать силу через выборов, чем через классическая репрессия, характерная для этих режимов. Почему я это вам рассказываю? Это вторая форма имитации показывает, что те самые формы институтов, моделей, которые разные страны начали имитировать после 1989 года, они открыли для них свой смысл, который позволяет им не так меняться, чтобы сохранить существующую политическую статус-кво. Но есть и третья, я думаю, более интересная такая форма имитации. Это форма имитации как инструмент показывать нелегитимность самого модели. Это когда копия идет на войну с оригиналом. Я там тоже вам хочу такой-то простой пример дать, и после этого хочу поговорить. Знаете, я думаю, что здесь очень много, все вы довольно думали, разговаривали о аннексии Крыму. А самый интересный вопрос такой. Почему президент Русской Федерации в первые дни операции сказал, что в Крыму нет российских спецчастей? Вы скажете людей, нормально политики лгут, и там ничего особого нет. А знаете, политики лгут, но они лгут по тем вещам, которые не так легко показать, лгут или не лгут. Проблема с этого заявления в том, что после 10 часов видно, что там эти спецназы есть, там имена людей знакомы, и ты говоришь, это странная ложь. Это не ложь, с которой ты думаешь, что ты будешь убедить кого-то. И даже с точки зрения стратегии, это такая небезопасная ложь. Представьте, что там украинские воинские части, которые были на Крыму, если они поверили, что там нет русских спецназ, и там все волонтеры, наверное, они себя вели по-другому. Почему они это делают? А я думаю, что и это третья форма имитации, которая самая главная. А послание таково. Я лгу. Потому что я хочу, чтобы вы сказали, что лжец. Я сказал бы, да, как вы.
а где оказались все эти оружия массового уничтожения в Ираке. С этой точки зрения я буду делать то, что вы делаете, показать вам, что та система, которую вы сделали, абсолютно нелегитимная. С этой точки зрения имитации уже не на уровень самосохранения, это уже имитация как инструмент делегитимации, самый порядок, это уже проблема. Я буду делать то, что я думаю, что ты делаешь, чтобы показать тебе, почему это не работает. Почему я все это рассказываю, почему вообще на эту работу мне стало интересно? Знаете, теперь у многих людей есть ощущение, что что-то меняется. Но с другой стороны, что-то меняется, какие-то классические альтернативы, что будет, нет. Там нет сильной идеологической, я не говорю о Ближнем Востоке, там ситуация по-другому. Но теперь здесь хорошо, есть какие-то протестные движения, есть протестное поведение, но самое главное, нет альтернативный порядок. Нет людей, которые говорят, мы хотим приехать, чтобы делать то и то и то. Как возможно воевать в роли вот это how to challenge? Это только будет одно изречение. How to challenge international order? Когда у тебя нет. В який спосіб можна кинути виклик світовому порядку? Когда у тебя нет альтернативы. И эта имитация является особо успешной стратегией, потому что имитация не говорит «я предлагаю вам лучший мир», не говорит «мы лучше, чем вам», мы говорит «мы все одинаково хуже». В результате этого идет такая-то политическая и культурная релятивизм, который, я думаю, является самая главная характеристика этой эпохи. В общем, в этом является основной аргумент ту работу, на которой я сегодня заинтересовался. Для меня самое главное, потому что я, понимаете, когда 89-м год пришел, это не было только просто, что были политические перемены, но не забывайте, что это совпало с большими технологическими переменами. И две вещи для меня довольно интересные, и на это я закончу. Я не знаю, наверное, вы читали этот психологический эксперимент. Если там вам скажет, поставит между двумя глазами какой-то предмет, который не позволяет, там просто разделяет ваше зрение на две полосы. Если в какая-то полоса что-то движется, а в другое ничего не движется, вы видите только то, что движется. На 25 лет, я думаю, тот особый эффект, у него есть свое имя в психологии. То, что случилось в мире, мы замечали только то, что меняется. Замечали только то, что движется. И в результате этого мы не заметили, что для очень многих людей на все эти годы не так уж много менялось. Мы просто их не замечали. Там вам пример. Знаете ли вы, что 70% из французов сегодня родились, работают и умирают не дальше, чем 30 километров от того места, на которое они родились? То, что мы все время видели как большая перемена, на самом деле было переменой не для всех. И второе, когда появился интернет, идея была в том, что в результате этого, что теперь есть абсолютно неограниченный доступ информации, у людей будет более такой-то плюралистический взгляд мира, они будут все время пробовать разные вещи, они не позволят, чтобы их обманывали. Между прочим, это классическая академическая перспектива. Только профессора любят там, чтобы ходили на разные сайты и видели, какое. Нормальный человек все время идет, тот источник информации, который он верит, который, честно говоря, все его предрассудки подтверждает. И в результате этого мы живем в мире, в котором очень много информации, но те источники, из которых мы получаем информацию, довольно ограниченные, даже больше. Потому что самый двигатель – это открытость, является бизнес-интерес. И я вам предложу следующий эксперимент, если это вы не делали. Возьмите не сегодня, но после, не сейчас, но после этого, разные компьютеры, которые у вас. И каждый у вас на Google напишите, скажем, какая-то вещь, любовь.
и попробуйте увидеть, какие сайты появятся. Это не будет те же самые сайты на первые 10. Это всегда зависит от того, что вы искали до этого. Если вы думаете, там, если кто-то очень сильно от любви заболел и говорил, что любовь – это измена, там первые 10 сайтов это будете говорить. Если наоборот, там кого-то хорошо получилось, это будет наоборот. Оказывается, что вы идете в Google, и вы получаете то, что вы хотите получить. То, что до этого вы все время интересовались. Скажем, если я думаю, все время думал, что Земля плоская, и все это там какие-то статьи читал, занимался, когда я напишу в Google «Земля», а там появится, что Земля плоская. Не то, что Google не поможет мне скорректировать, он дадит легитимность моих предрассудок. И этот мир, в котором живем, поэтому перемена так трудна, потому что, с одной стороны, мы видим только то, что меняется, а то, что не меняется, не видим. И с другой стороны, потому что источник информации довольно узкий, но у нас есть ощущение, что у нас есть весь информация. Когда я говорю, что мы не видим то, что не меняется, давайте дам вам еще один пример. Теперь в Европе миграция – большая проблема, беженцы – большая проблема. И вы прочтете, наверное, тысячи историй о беженцах, которые, скажем, начали двигаться с Сирии, там что случилось, как они доехали до Германии. Абсолютно такие-то очень сильные человеческие истории. То, что вы не прочтете, это история какая-то взрослая женщина, которая живет в каком-то, на каком-то маленьком улице Парижа. Она никогда не меняла свое место жилья. Но просто весь район поменялся. Когда она идет на улицу, это уже не ее улица, там разные другие люди живут, другие рестораны, другой запах. Она тоже в каком-то смысле мигрант. Но мы это не замечаем, потому что для нее... Я рассказываю это, потому что я видел такую женщину. 4 года эта женщина, это в Риме, она не покидала свой дом. Милая, симпатичная женщина, дом очень много поменялся там. Довольно много людей из Африки приехало. А я спрашиваю ее, мы были с коллегой, я говорю, вам обидели эти люди? Говорит, абсолютно нет, очень милые люди, меня вообще не обидели, но это уже не моя улица. Она говорит, я очень такая старая женщина, я там хотела у себя помереть, а там не получилось, потому что это уже другое. Но она ничего не покидала. С этой точки зрения теперь появляется перемена, с точки зрения тех, которые перемену до этого не видели. И я хочу на этого закончить и как-то начинать разговор. Я думаю, что самое интересное теперь связано с том, что, скажем, даже 5-10 лет назад у нас было ощущение, что мы знаем, в каком направлении идет мир. Теперь появляются разные, некоторых людей, скажем, людей, которые ближе к миру технологий, у них остался очень сильное оптимистическое ощущение мира, но это тоже сам по себе мир, потому что, наверное, вы заметили, что все эти абсолютно блистательные люди из Силикон-Вэлли, когда они сделают свои деньги, что они делают? Покупают какой-то остров где-то и хотят сделать параллельный мир. Не менять мир, который здесь, а просто там, чтобы у них был свой, или как, или там на Марсу поехать, как мозг делать. Я думаю, что теперь опять нам надо задавать самые фундаментальные вопросы, как общество возможно в этом мире, как возможно, скажем, нация в этом мире, какие-то выборы, перед которыми является индивид. А с точки зрения политических наук, я думаю, что все думали, что это просто выбор между демократией и авторитаризмом. Но знаете, много из авторитарных режимов, которые мы видели, приехали к власти в результате выборов и просто воспроизводят себя. А проблема демократического мажоритаризма является намного сильнее проблемы классического авторитарного режима. С этой точки зрения, я думаю, что как поколение, вам придется, если вы будете заниматься всей этой проблематикой, как-то задавать себе вопросы, которые мы себя не задавали. Мне было очень приятно, на самом деле, когда я сказал, что я удивлен, это абсолютно верно. Я думаю, что даже у нас в Вене те люди, которые у нас в институте не приехали бы в субботу. Какая тайная мистерия, этого я не знаю, но это, наверное, сильно профессорское тело.
Не надо другим людей рассказывать, как вы это делаете, потому что если все будут это делать, чуда это уже не будет. Спасибо вам большое. Мне было бы интересно просто послушать не только вопросов, но ваши рассуждения на этом теме. Потому что мне, честно говоря, намного более интересно послушать, что вам сказать, чем слушать себя самого. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, прошу задавать вопросы. А есть ли у нас микрофон? Отлично, есть микрофон. И пока передают микрофон, узурпирую право ведущего этой нашей блестящей лекции. Во-первых, хочу поблагодарить Ивана за действительно очень интересный взгляд на мир и политические трансформации, которые мы все наблюдаем, переживаем, и которые вот благодаря своей представленности и обыденности очень сложно понять, концептуализировать и объяснить. И ваша лекция, Иван, заставляет меня вспомнить фразу Томмазо Лампедузы из его романа «Гепард», который очень любит цитировать Эммануил Валлерстайн. Действие романа происходит во время Ресорджименто в Италии, и один из персонажей говорит: «Для того, чтобы все осталось как прежде, все должно измениться». И мне кажется, вот эта формула и отражает суть и вашей аргументации, чтобы все осталось как прежде, все должно измениться. И теперь прошу. Пожалуйста. Добрый день. С тезисов я уже слышал на форуме тогда у Лены Немировской, о них думал. И хочу вот немного забросить и контртезис какой-то. Я очень хорошо помню, когда развалился Советский Союз, и я был вот как студент в те времена, у меня было постоянное ощущение, что я живу в мире имитации. Имитации демократии, имитации капитализма. Вчерашний комсомолец стал банкиром, и он выдумывал, он экспериментировал с тем, что такое капитализм. Это ощущение очень интересно, было свежо. Но когда родилась моя дочка, и она родилась в этот мир имитаций, я вдруг понял в какой-то момент, общаясь с нею, с ее сверстниками, сегодня она студентка, что для них это не имитация, для них это уже реальность. И вот тут это сам смысл слова «имитация» исчезает. Да. Да? Бергер и Лукман сказали бы, ну, это вот то, что мы назвали имитацией, это новый хабитус, а они уже родились, институализация произошла, и для них это социальная реальность. И остается ли для молодежи, родившихся в этих новых условиях, смысл в слове «имитация»? Спасибо. Спасибо, это абсолютно прекрасный вопрос. Давайте, пожалуйста, между прочим, по Украине тоже довольно много об этом писал. Проблема имитации – это до этого то, что мы имитировали, было характерно для дискурса страны вне Запада. А где проблема Запада во все это? Если ты думаешь, что это модель, две вещи случаются. Первое, ты потеряешь критическое отношение к себе собой. Если там все хотят, чтобы жили как тебя, если все хотят, чтобы это сделали, как ты это сделал, а у тебя есть ощущение, значит, что у тебя в каком-то смысле проблема нет. И это, я думаю, сейчас проблема кризиса, который Запад интеллектуальный, который видит, связан с то, что в результате этих 25 лет Запад потерял так критическую дистанцию от самого себя. Потому что, не забывайте, дискурс о демократии всегда был дискурс о кризисе. Если кто-то из вас на самом деле будет интересоваться политологией, всегда пробуйте читать книги, которые написаны 50 лет до времени, в которой вы живете, 70 лет. В 70-х, если вы видите, что писалось, то, что происходит в западной демократии, вы будете поражены, сравнивая с дискурсом, который был в 90-х. С этой точки зрения, я думаю, что проблема имитации теперь является с точки зрения Запада, который как-то говорит, ну все нас имитировали, что получается? То думает, появились это монстры, откуда они идут? Откуда идет исламское государство, откуда идет это новые авторитарные режимы? Все эти люди как-то говорили, как нас, и там брали наших институтов. С этой точки зрения я абсолютно согласен. С точки зрения людей, которые живут в этой стране, это уже не имитация, это реальность. Между прочим, если там идете на социологическое
опросы, вы увидите, что в многих из этих странах, которые мы называем авторитарные, люди абсолютно убеждены, что они живут в демократии. А для них просто проблема демократии – это совсем по-своему. Это у них совсем другая критерий, что является демократией или нет. Так что с этим согласен. Почему я думаю, что проблема имитации важна для моего дискурса? Потому что самое главное для меня и для этой конкретной работы связано с тем, что это не то, что, скажем, где-то людей в Болгарии начали бояться свободной торговли или передвижения людей. Это случилось в Соединенных Штатах Америки. Трамп это что? А с этой точки зрения не важно понять, что случилось в центре. Но чтобы понять, что случилось в центре, мне очень важно представить, что центр думал, что идет на периферии. Так что это мой ответ. Прошу. Здравствуйте, детьми. И когда родители себе поддают слабину, они вот, обычно говорят, правила такие, и потом раз, сами их нарушают, и ребенок потом же их демонстративно таким нарушает. И, соответственно, складывается впечатление, что вот это как минимум третья форма имитации, это не продукт международной политики, да, или какого-то там механический. Это больше естественное состояние, наверное, человека. И вот тут вопрос возникает какой? Что будет после? То есть, ну, ребенок вырастает, и, наверное, какие есть два пути? Одно, либо он превосходит родителей, либо он остается на том уровне, такие же, как родители. Вот, возможно это выскочить, либо это изначально не нужно было имитировать детям своих родителей? Спасибо. Еще один приказ. И вообще, тот, что теперь в международной политике, если увидите, конечно, это есть очень сильно в российском дискурсе, но есть очень сильно в турецком, в иранском, проблема лицемерия западного мира. Проблема лицемерия – интересная проблема. Существует такая-то американская философка, она была немка, которая после прихода Гитлера к власти покинула Германию, Джудит Шклар, которая написала довольно интересную вещь о лицемерии. Потому что проблема лицемерия – это то, что вы говорите вещи, которые, наверное, вы не чувствуете, но это как-то результат воспитания. Скажем, вы видите довольно неприятного человека. Он говорит вам: «Я так рад вас видеть». Если вы честный человек, вы, надо сказать, мне абсолютно отвратительно на вас смотреть. Ну, подумайте, как будет выглядеть мир, в котором все эти маленькие ситуации мы будем говорить все то, что на самом деле думаем. С этой точки зрения проблема лицемерия в каком-то контексте является проблем, а в другой является решение. Проблема цивилизованного общества связана на каком-то уровне с лицемерием. То, что мы знаем, как надо быть, даже если мы это не делаем. Знаете, это совсем одну вещь, когда человек делает абсолютно какая-то, говорит, лгать мне надо, а там идет и лжет. Это одну вещь, а совсем другое, когда ты говоришь своих детей, нет разницы между лжи и правдой. Это уже другой мир. И с этой точки зрения, я знаю, что это, наверное, очень странно будет, для многих звучит, проблема лицемерия связана с проблемой социализации. С одной стороны, мы можем сказать, что, наверное, это социализация всех этих режимов в какой-то мировой порядок, потому что у них нет классической альтернативы. С другой, когда детей видят, что их родители говорят одни вещи, а вовсе делают другие, у них появляется ощущение, что просто они совсем не хотят этих родителей похож, что вовсе идет революция поколений. По какому пути это пойдет, мне очень, очень трудно. Но какая разница между тинейджерами и президентом Путина в мой рассказ? Я не думаю, что президент Путин говорил, я виню вас в позиции того, что я хотел, чтобы говорить правду. А говорит, я говорю неправду, как вас. Можно ли с это сделать модель, которую надо воспроизводить? Я думаю, что это проблема. И это, между прочим, настоящая проблема, потому что проблема лицемерия – это не проблема там одного политического лидера. Я был в Турции неделю назад.
И когда вы слышите разных политических взглядах людей, которые говорят то, как Европа вела себя во время переворота, вы все время говорили, как плохо переворот, там всю ночь ждали, как все это закончится, до того, как определиться. Это довольно важно. И потому что теперь все общество идет в этом игре, это уже не отношения между монархов или только между правительством. Я думаю, что на самом деле это важно. Мысли о том, как можно понять то, что происходит в мире. Но вот я заметил, что у вас очень много таких вот метафор из области индивидуальной психологии. Что, почему вот такая имитация там, номер один? Ну, потому что похоже на психологию мигрантов, там, первого-второго поколения. Да. А почему там почему вот такие вот выборы вот, в авторитарных странах? Ну, потому что это там психологический механизм защиты, чтобы держать под контролем. То есть возникает поэтому вопрос, как, ну, так сказать, вопрос о методе. Вы это себе представляете и планируете разворачивать как набор импрессий? У меня почему-то есть ощущение, что вы не будете вокруг строить этого политическую психологию. Но в то же самое время непонятно, где же тут место для институциональных, так сказать, сетей. И как устроено общество, как устроены те отношения между людьми, которые, в общем, выходят за рамки индивидуальных комплексов и механизмов. Спасибо вам большое. Я знаю. Но проблема в том, институциональный подход, который абсолютно доминирует теперь политических наук, имеет довольно много преимуществ. Но есть одна большая проблема, которую я вижу и которая для меня классическая. Самая главная категория, которая для меня работает, это проблема опыта, индивидуального, но и коллективного опыта. Это не так легко, чтобы опыт успеть интегрировать в институциональный подход. Для меня было довольно важно понять, как этот опыт работает, потому что я думаю, что все-таки опыт очень важен для понимания, как работает политическая система. Дам вам один пример. Есть прекрасная работа французский историк Лен Хант на то, как появились универсальные права человека в XVIII веке. Одну вещь, которую она рассказывает, я думаю, что это довольно важно для либерализма, это появление сентиментального романа. Что появляется сентиментальный роман? Там это был довольно популярен, все время читали. А это там романов, в этом романе есть какие-то людей низкого класса, которые тоже влюбляются. Это не просто классический рыцарский роман. Оказывается, что в результате переживания этого сентиментального романа, роман это по-русски тоже, да? Да. Проблема в том, что ты можешь себя представить как, если ты там, скажем, графиня какая-то. А ты читаешь, и ты плачешь, и думаешь о себе, как такая-то маленькая бедная девушка. Или можешь представить себе, как несчастного парня. Универсализации – это не просто абстракция. Идея права человека возможна, потому что ты себе можешь представить, как абсолютно разные рода людей на уровень класса, на уровень пола. Для меня это довольно важно, потому что я думаю, что современный политический анализ как-то потеряно то ощущение опыта, в результате этого мы пробуем все свести до сравнительной политологии как сравнительное институциональное развитие. Конечно, это намного легче, это связано с большим развитием внутри политических наук, которое появляется ощущение такого-то жесткого знания. Но это идет следующая проблема. Между прочим, знаете, почему это моя гипотеза? Откуда идет тоже одна из теорий математизации? Потому что в экономике это довольно видно, в экономической науке. Теперь очень сильно видно в политологии. Это очень сильная тенденция к математике. Если вы просто нехорошо у вас в математике получается, американский профессор по политологии вы не будете. Или вам надо работать с какого-то из математиков. А проблема эта связана с то, что математический язык будет более универсальный, позволяет людей, которые теперь в американской науке, очень много людей, которые идут вне английского языка, скажем, 2/3 из докторантов по физике и математике идут из Индии, Китая, России, между прочим, довольно тоже идет из политических наук. Это позволяет вас
занулировать преимущества английского языка и английской культуры. Но я говорят, что все это нормальный, интересный процесс, но это не позволяет интегрировать опыт индивида, коллективный опыт, как объяснение некоторых из этих вещей, которые происходят. И потому что кризис, который мы видим, это не просто кризис институтов, это кризис нашего представления о мире. Скажем, то, что абсолютно отсутствует в нашей анализе политической системы, это, скажем, демографическое воображение людей. Даю вам пример. Болгария – маленькая страна, 8 миллионов людей. Если проекция ООН верна, на следующие 40 лет мы потеряем 27% населения. Я говорю, сколько потеряем, там, что внутри происходит, это совсем другое. Когда людей теперь анализируют реакцию восточноевропейских обществ на мигрантов, это как-то не присутствует. Но демография – очень важный фактор для формирования страха. Страх исчезновения очень важный, потому что страх исчезновения в обществе, там, сама маленькая нация или общество, объясняет, почему страна в Болгарии, в общем, там у нас, наверное, 2 или 3 тысяч беженцев. Это не страшно. Представьте, что 3 миллиона сидят в Турции. Но это совсем другое, когда ты знаешь, что ты думаешь о себе, как исчезающая нация. Все эти проблемы, связанные с опытом, с воображением, что происходит на уровне идей, я думаю, поэтому институциональный анализ недостаточен. И в результате этого я как-то поставил опыт, и даже опыт как самая главная категория для моего понимания перемены в политических системах. Прошу. Чтобы осмыслить реальность, возвращаться там не только в 50-е годы, но, возможно, еще и гораздо раньше. Цивилизация, конечно, развивается через разные событийные такие сложные контексты. И в начале 50-х годов в знаменитом манифесте Рассела Эйнштейна его как бы фундаментальной посылкой было такое положение: we have can learn to think in a new way. Мы должны научиться мыслить по-новому. Yeah. Вот не кажется ли вам, что запросы на вот эти координаты нового мышления, они сохраняются и сейчас? И попытки тех теоретиков, которые вы сказали, Фукуяму, yeah. Хантингтона, которых yeah. мне довелось видеть живьем и yeah. общаться с ними, вот, они как раз позиционируют себя как такие ученые, мыслители, которые ищут мировоззренческие координаты этого мышления. И, в принципе, удачно или неудачно, даже в закат Советского Союза, Горбачев тоже написал известную книгу о новом мышлении, где, в принципе, пытался как бы осмыслить реалии глобализации. Ну, насколько удачно, это мы можем судить. На ваш взгляд, вот как возникает ли в перспективе вот цепь таких фундаментальных событий, которые, в принципе, создадут вот эти координаты нового мышления? О чем идет речь? В принципе, если мы посмотрим, как мыслят люди и почему вот эта культура имитации, симулякров распространяется, симулятивных практик, они связаны с тем, что традиционно люди мыслят в координатах так называемой коммуникативной рациональности, которая, к сожалению, придерживается большинство наших ученых, которые вот работают в области академической науки ортодоксальной. И, в принципе, уже когда интеллект политиков становится чуть выше, или намного выше уровня обыденного мышления, которое адаптировано к этим функциональным режимам, в принципе, ложь и не ложь, вот эти грани, они, в принципе, стираются. И те факторы, которые были всегда функциональны вот, в процессах социальной интеграции, образования социального порядка, они, в принципе, становятся абсолютно бессмысленными. Я не могу студентам сказать, вот, допустим, вкладывайте свои деньги в наши отечественные банки или доверяйте тем-то и тем-то, когда, скажем, нашим строительным компаниям, которые заберут ваши деньги и не дадут квартиры. Мы наблюдаем сейчас вот функциональность недоверия и функциональность той лжи, о которой вы говорили. И, в принципе,
естественно, вот поиск идет в сторону, скажем, развития так называемой коммуникативной рациональности в социальных и гуманитарных науках. Как на ваш взгляд, вот с точки зрения вот тенденции развития общесознания, политологии, социологии, в принципе, будет ли этот мировоззренческий сдвиг в перспективе, который создадут вот эти координаты так принципиально нового мышления, где мы, в принципе, будем тогда более осмотрительно относиться к тем реалиям, которые нас окружают. Спасибо. Спасибо вам большое. Знаете, я всегда, насколько просто поменялось наше понимание, как функционирует политика. Те из вас, которые интересуются, знают, что в каком-то смысле в Соединенных Штатах это 8 или 9 штатов, для которых идет борьба, другие ясно, как будут голосовать, это просто там демократы и республиканцы. До этого самое главное, чтобы взять тот, что ты думаешь, что находится в центре. И это все, эта проблема, значит, в политической науке, это передвижение к центру, это была политология американского электорального, это просто вообще все и вся. Если увидите кампанию Обамы, это абсолютно не работает по такая логика. Логика вообще такая. И, между прочим, это идет даже не только из психологии, это довольно много идет из brain sciences. Это просто физиология мозга. С первых людей, которые там делали все эти исследования по политического мозга, они думают, что только 8% из решений, которые мы политически принимаем, принимаются на высокорациональный уровень. Многих из них вообще идет на совсем другом уровне. Что ты делаешь? Потому что теперь появилась big data, и это большая перемена. Значит, большая перемена. На уровень того, что вы читаете, какие фильмы вы смотрите, что вы покупаете, больше 95% я могу сказать, как вы будете голосовать. И мы говорим на самом деле о big data. В результате этого у меня появляется группа людей, которые я знаю, за кого будут голосовать. Самое главное, не знаю, будут ли они голосовать. Никакой центр меня не интересует. Тот, что интересует мне, чтобы вы, которые будете голосовать за мне, появитесь на урнах. А самое главное, что вы не так уж политические люди. Там, если я Обама и вам говорю, голосуйте для меня, для республиканцев, для вас это не так уж важно, потому что те люди, которые голосуют, которые политически, они там дойдут до урны, мы их знаем. И появляется следующий вес. Вы получаете письмо. Это письмо не из компании Обамы, вы даже не знаете откуда, это какая-то неясная организация, которая говорит, господин Питер, а вы знаете ли, что все ваши соседи будут голосовать на президентские выборы? Психологи показали, что если вы знаете, что все ваши соседи будут голосовать, возможность на то, что вы проголосовали, увеличивается на 40%. Самое главное, чтобы я знаю, как вы будете голосовать, довести вас. Я буду довести вас не через политического послания, а через совсем другого. И в результате этого проблема Big Data абсолютно меняет представление политиков, как они будут мобилизировать голоса. Почему я говорю это? Потому что это идет, это на самом деле практическое новое мышление. А в результате этого все эти вещи, которые мы знали, скажем, в общем-то, ты идешь во время праймарис, ты идешь концентрировать своего твердого электората, электоральное тело, после этого ты передвигаешься в центр, уже не имеет никакого смысла. И это довольно сильно, потому что эта политика основана на том, что самое главное лицо, которое голосует, это consumer. Это очень главное, потому что если вы подумаете, что самая главная разница между тем, что мы видим сегодня, и, скажем, классическая политика 60-х, 70-х, или даже политика коммунистического типа, или даже религиозная политика, связана с тем, что было верно для пасторов, что было верно для коммунистической идеологии, они не любили людей, как они сегодня есть, а какие они могут быть. Это были педагогические режимы, все они. Они хотели там, чтобы людей стали другими, получшими. Нам может нравиться или не нравиться, какими они быть. Но это всегда была идея, что тот человек, который ты видишь, это не самый хороший, мы будем его менять. Появляется консюмер. Консюмер мы любим. Мы вовсе не интересуемся его менять. Мы просто хотим его обслуживать.
В результате этого ты не хочешь там его воспитать, там никакое гражданское образование не идет. Самое главное – угадать, что он хочет, там, чтобы его купил. Или угадать, что его в голове, чтобы он проголосовал для меня. Это уже другой политический дискурс, это уже другое понимание политики. Я думаю, что то, что видим в Западной Европе, то, что видим в США, на самом деле это большой кризис того рационалистического дискурса о политике, который связан, скажем, с идеей интереса. Видите, кто... Понимаете, если посмотреть, я не знаю, насколько вы интересуетесь или нет, но если посмотреть, кто голосует за Трампа, а это интересная вещь. Может быть, вы знаете, что он не самый бедный человек. Может быть, не богатый в американском там уровне, но все-таки какие-то миллиарды для себя сделал. Второе, он сделал их не сам. Отец его был богатый человек. И даже говорят, что если отец поставил деньги просто там на один из самых популярных индикаторов, наверное, было бы больше денег, чем у Трампа есть. С этой точки зрения он не очень способный бизнесмен. Там, это не первое поколение. Почему людей, которые... А на него голосует большая часть blue-collar workers, рабочие, индустриальные рабочие Америки. Почему? Они хотят, чтобы их представил человек, который будет менять в сторону налоги в стороне богатых, и у которого собственная жизнь с ним не имеет ничего общего. Если он был первое поколение богаче, это совсем другое, это американская мечта. Это абсолютно никакая не американская мечта. Его отец был миллионером, он стал миллиардером, ничего там американского мечта в этом нет. Почему это так? А потому что это уже политика идентичности, которая работает по-другому. И это проблема с первого представления страхов. Второе – это интенсивность. А, знаете, людей, и это очень характерно для комментирующих класс, они говорят, он говорит разные вещи, сегодня он сказал одно, другой день он сказал другое. Они исходят из представления, что у нас в голове, у избирателя, все такое-то довольно консистентное, там все у нас не противоречивое. Но мы себя знаем, мы довольно противоречивые людей. Мы хотели, чтобы никто не крал, но если у нас была возможность, украли бы. А с этой точки зрения, я думаю, что проблема интенсивности – это одна из самых важных характеристик харизматических лидеров. А харизматический лидер – это уже перемена в политическое мышление, политической системе. И когда харизматические лидеры появляются везде, это уже, наверное, прыжок в то направление, в которое вы говорите, что наше представление о политике надо менять. И да, наверное, я на этого хочу закончить. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеюсь, на воскресенье у вас другие лекции нет. Спасибо.